предлагает вот это все? Ребят, просто шок. Обалдеть, я в шоке. Что? Сразу? Я такого именно трейда ждала. Йоу, котики, с вами я, Женяша, и сегодня будет очень крутой видос про Adopt Me. Сегодня я сделаю неоновым легендарного Golden дракончика. Вы спросите: Женяша, где ты взяла 4 золотых дракона? Ты что, собрала все звездочки с многих аккаунтов? Нет, ребят, у меня очень есть классный друг, который предоставил мне 4 дракончиков, чтобы я сделала сама его неоновым, а также показала вам, что можно получить за неонового Golden дракончика. Какие трейды нам могут предложить? Обновление на золотых питомцев было 20 марта. Может, нету спроса на этих питомцев? А может, спрос еще какой? Ребята, этих питомцев очень трудно добыть. Этих питомцев нельзя ни купить, очень трудно обменять. Но самое главное, ребята, я хочу вам сказать, что эти питомцы даются только за награду, только за звездочки. На самом деле, я в игре очень долго играю. Не 35 дней я захожу. Но я бывало пропускала, потому что я снимала на других аккаунтах видосы свои. Ну и, конечно же, у меня не дали мне награду такую. А также я играю все равно. Но очень много. Но будем ждать, когда же у меня будет золотое яичко. А сейчас мы, ребята, пойдем сделаем неоновый дракончика и пойдем его затрейдим. Я пришла делать неонку нашего дракончика. И сразу начинаем ставить первый дракончик. Мне так не терпится, кто же, какой же он будет. Потому что я вообще золотого дракончика не видела. Я видела, как он примерно выглядит. Но, ребята, сама лично я не держала такого дракончика. И сейчас я возьму этого дракончика на ручки. Так, а где уже у нас четвертый? Вот, ребят, четвертый дракончик. И сейчас мы увидим нашего неонового дракончика. Вау! Супер скин. Ну, мне нравится. Золотой. Неоном светится. Ну, классно, ребят. Золотой. Очень редкий питомец. Давайте вам для сравнения покажу красного дракончика, как он выглядит. Красный дракончик, конечно, тоже очень топовый. Но золотой дракончик редкий. На него, я думаю, очень классные трейды будут. Я сейчас буду разведчиком, и я узнаю, что же дают за золотого дракончика. Какие трейды нас ждут? Сели на свою классную королевскую карету. У меня королевский золотой голден дракончик. Мы сейчас едем в город, чтобы трейдиться. Я даже не представляю, что можно дать за золотого дракончика. Но, ребята, напишите в комментариях, что бы вы предложили за этого золотого дракончика. Так что пишите свои предложения. Оливия Кул, смотрите, предлагает неоновую сову, неоновую крыску, неонового оленя и еще райд кенгуру. Ребята, вы представляете, какой крутой питомец? Окей, но, ребята, я не соглашусь. Согласится Оливия? Оливия, наверное, согласна. Наверное, ждет моего решения. Но, ребята, я отказываюсь. Обалдеть, вот это да! Ребят, это просто топовый трейд, посмотрите. Ребят, это просто шок. Неоновый кенгуру, неоновая черепаха и топ. Ребят, это просто шок. Вы представляете, это очень классный трейд. Не ругайте меня в комментариях, ребята, потому что дракончик, он лично не мой. Я бы, наверное, согласилась на этот трейд, если была бы возможность. Это шок, у меня рука дрогнет сейчас просто отказаться, но это просто топовый трейд, очень классный. Я такого именно трейда ждала. Что видели, какой был крутой трейд с драконом, просто с неоновым кенгуру, черепахой, но котик нет, и мне придется отказаться. Мне предлагают снова трейд. Смотрим, ребят. Предлагаю дракончика. Что? Изабелла Бананен предлагает вот это все. Ребят, просто шок. Посмотрите. Неоновый шадоу. Вот это да. Неоновый грифон. Вау. Неоновый кенгуру и неоновая лягушка. Ребят, с момента обновы прошло с 20 марта 22 дня. И я просто в шоке. Ау, я в шоке. Что, серьезно? Представляете, Изабелла Мэтт Бананен вот такой трейд предлагает. О, просто топ, ребят. Очень классный трейд. Вообще, еще уже второй топ трейды. Ребят, я в шоке. Что мне предложат? Ребят, я просто в шоке. С самого начала просто первый сервер. И на первом сервере мне дают такие классные трейды. Просто топовый трейд, топовый сервер. Мне очень понравилось. Гайд мне дракончика него, легендарного единорожку, кенгурушечку. Но, ребята, вы уже видели, что реально можно получить. То, ребята, нет, я откажусь. Но это, наверное, будет точно согласен. А я не согласна.
Вау, ничего себе, круто! Это, ребят, облако, машина. Легендарная она, кстати, их мало, она очень редкая. Но сейчас мне ее предлагают за дракончика, но думаю, ну это мало. И просто флай, олененок, райд. Ну, ребят, мало, я отказываюсь, я не соглашаюсь. Вы, наверное, сейчас сидите и думаете: Женяша, ты что там, с ума сошла? Почему не принимаешь трейды? Такие классные, ребят, я вам хочу сказать, у меня всего один питомец, один дракончик. Я даже боюсь случайно нажать на что я согласна, ребят. Это один всего питомец, а трейдов много, потому что хочется понять, кто готовы ребята разные дать за такого классного, легендарного дракончика. Но, ребят, мы отказываемся. Он говорит: пожалуйста, трейд. Снова Изабелла кидает трейд. Вот она, девчонка стоит. Я так поняла, это она. Она мне снова предлагает шадо. Смотрите, может, она что-то круче? О, легендарную тачку? Но нет, кисуля, это мало. Не смогу. Ребят, ну смотрите, она реально, она очень хочет получить шадо. Не он дает, грифона, кенгуру, еще тачку. Думаю, ну, кисуля, ну не смогу. Не смогу согласиться. Так что прости меня. Ну, Рэмбо Вент, это есть такая у меня штучка, и, конечно, на такое бы никогда не согласилась затрейдиться, хоть и говорят, что это очень одна из редких вещей, но у них есть несколько, я вам даже сейчас покажу, ребят, смотрите, и на игрушечку хочешь, чтобы я согласилась? Нет, ребят, я на такое не соглашусь, это точно. Так, сейчас мы покажем. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть у меня. У меня есть такие, не подходит. Давайте мы им покажем, что у меня тоже есть. Представляешь? Представляешь, Назочка, у меня есть. Так что мне такое не подходит. Он сам отменил трейд. Ну, я понимаю, что этот дракончик очень дорогой, и все за ним охотятся. Хотя уже сколько времени, да, со мной? Совсем скоро будет уже месяц, и все равно все готовы затрейдить. Хотя, что я удивляюсь, кажется, не кажется, а дракончик и вообще золотые питомцы, они как раз-таки наравне сейчас идут просто с шадоу драконом. Потому что шадоу отдают и еще плюс 3 неонки. Вы представляете, что это такое? Обалдеть. Так что, ребята, сейчас золотые дракончики настолько редки, как, потому, почему они редкие, потому что их просто трудно достать, трудно затрейдить. Они реально очень дорогие, и у меня просто шок. Просто шок, что можно реально затрейдить. Ну, на просто на неонового фрустика я бы не согласилась. Сейчас мы нашего дракончика посадим, пусть сидит в карете нашей. Вот он здесь в карете будет сидеть, а я пойду пока погуляю, посмотрю на ребят. Возьму, о, смотри, она пришла к ней, смотрите, он сидит с моим дракончиком. Наверное, фоткаться сейчас будет. Смотрите, я сейчас спрячусь с Томбом. Смотрите, ребят, она сюда подошла, эта девочка, посадила своего дракончика, тоже королевского, кстати, неонового шадоу. Вау, ребят, ну давайте я сейчас сяду. Все-таки мне интересно, присядет ли она ко мне. Я уже здесь сижу. Да, ребят, она здесь стоит. Ребят, мне даже ее жалко. Я бы, наверное, ей отдала бы дракончика, если бы у меня возможность была. Она говорит: я еще добавлю Fly, Right, Neon, Frog, легендарную тачку, дракона. Please, говорит. Ребят, девчонка классная, сейчас я с ней пообщаюсь по-английски, хотя я английский не знаю, воспользуюсь Google переводчиком, я пока только учусь. Кори, я ютубер. Кул, она говорит, отлично, я еще скажу, что ты видео. Она говорит, классно. Немис и Женяша Ларионова, классное у тебя имя, да? У меня канал Adopt Me, я снимаю ролики на канал. И мне понравились твои трейды. Она очень прикольная. Она говорит, спасибо, thank you. В общем, ребята, очень классная девчонка. Так что мне очень понравилось с ней трейдиться. Я думаю, она зайдет на мой канал и посмотрит о себе видосик. Зашла сейчас на другой сервер, посмотреть на другом сервере трейдеров, посмотреть, что мне дадут. И, конечно, я просто в шоке. Смотрите, меня все около меня прыгают. Все хотят затрейдиться. Ребят, давайте я включу сейчас трейд. Принимать, смотрим, что же мне на другом сервере дадут. Что? Сразу? О май гад, ребята, Фила Эммот. Обалдеть. Смотрите, тут девочка просто подошла, говорит, в шоке. Что? Легендарный неоновый дракон. Ребят, смотрите, что он мне предлагает. Он мне две неонки предлагает, но нам уже предлагали 4, ребят, вы помните. Конечно, прикольно, все равно классно, мне нравится. Что именно очень прикольных, дорогих питомцев тебе предлагают на трейд? Ло, вау, неоновая легендарная летучая мышь.
Ну, а остальные уже, ребят, немножко слабенькие, так что, Луа, прости, мы отменяем трейдик. Hello 39. Давайте, ребят, я показываю трейд. Что же мне приготовят? Удивите меня! О-о-о! Что? Что? Hello! Ребята, посмотрите! Обалдеть! Я в шоке, ребята, это сейчас просто минус уши. Два жирафа неоновых! Кэнди Кэнон, неоновая, голубая собака, человек согласен. А-а-а! Я просто в шоке, ребят, у меня слов нет, это просто топовые, топовые трейды сегодня. Обалдеть, ребят, ну я отменяю этот трейд, это просто бешеный трейд, я просто в шоке. NBSS 2008, предлагаем ему. Вау, что? Ребят, посмотрите, сколько желающих получить неонового дракончика. Он, походу, мне всего одного питомца готов предложить. Но, ребят, один питомец мне мало. Так что я отказываюсь, да? Мадина и Камила. Ребят, смотрите, предлагаю. Предлагаю легендарного дракона. Мне предлагают короля пчел легендарного, неонового. Флайрайт, летучая мышь. Флайрайт, единорог. Обалдеть. И неоновый Эмма. Все хотят быть обладателями редкого золотого дракончика. Это просто шок. Что, согласишься? Ребят, вот просто посмотрите. Все готовы отдать своих питомцев, чтобы получить неонового дракончика. Я просто в шоке, какие трейды мне предлагают тут. Ау! Родили. Что-то не то, что-то пошло не так, ребят. Что-то пошло не так. Неоновый единорог, флайрайт, кенгуру. И еще один кенгурушечка. Ну, это какого-нибудь другого легендарного питомца можно было поменять. Но не как раз-таки на Golden Dragon. Ребят, вы видели просто, какие топовые трейды, какие топовые трейды. Я просто в шоке. Я, наверное, долго спать не буду. Думать о том, какие дракончики классные. Ребят, ну это реально очень классный сервер, где я сейчас затрейдила своего дракончика. Я просто в шоке, что я могла получить за такого, если было у меня бы их много. Я бы их меняла и меняла. Ребят, очень классный легендарный дракончик. Он этого стоит, потому что он очень редкий. И, конечно, все хотят его получить. Вот такого классного. За мной кто-то идет. За мной кто-то идет. Улетаем. Пожалуйста, говорит. Hello пишет мне, пожалуйста. Ну давайте сейчас посмотрим, что он хочет предложить. Давайте ему предложим. Он дает неонового жирафа. Ребята, все вспомнила. На Кэнди Кэнон. Hello 39. Sorry. Не могу принять. Ребят, ну классный пацанчик. Hello 39. Но не смогу. Просто не смогу. Конечно, я бы, если бы у меня их было много, может быть, я и бы затрейдил. Потому что жирафики, они, ну, очень классные. И я хочу сказать, в трейдах я очень редко вижу, когда ребята трейдятся. Он такой, что? Он удивляется? Он удивляется. Наверное, еще что-то хочет предложить, ребят. Неонового грифона предлагает. Ну, ребят, ну это уже мне очень сложно. Он что-то там задумался. Что-то не так. Предлагает, не смогу, no. Он такой, так, хорошо, еще, наверное, хочет что-то мне предложить, крыска, no. Ребята, мы сейчас просто пацанчик объясняем, что мы не готовы, нет, я ему прям пишу, говорю, нет, что-нибудь другое. Ну, неоновый Blue Dog он тоже предлагал. Она очень редкая, тоже классная. Но, ребят, no! Вы сейчас просто, наверное, сейчас смотрите и такие думаете, что? Женяша, ты что, сумасшедшая? Вау! Легендарную тачку предлагает. Я ему говорю, no! Ребята, мне его даже жалко. Я сейчас просто отменю трейд. Ты что, с ума сошла? И давайте все вместе. Я ему скажу, что... И напишу ему. Сейчас мы ему напишем, ребят, что я ютубер. И я просто проверяла, что мне могут дать. Посмотрим на его реакцию, как он отреагирует. Ох, говорит. Я ему говорю, что он видео. Он говорит, ох, кул, классно. Он, Женяша пришла, моя красавица пришла, Мадина Камила. Кстати, она как раз-таки трейдилась со мной. Что мой канал Женяша Ларионова. И он сказал, что он подпишется на мой канал. Ребят, просто реально топовый пацанчик, очень классные трейды предлагал. Сейчас мы ему скажем goodbye, goodbye, bye-bye, он говорит нам, ребят, вот такие трейды классные предлагают, реальные, все хотят получить такого дракончика.
Ребята, ну как вы видели, за этого дракончика реально крутые давали трейды. Этот дракончик очень крутой, за него готовы отдать очень много классных легендарок. Вы это видели, ребят? И я была просто в шоке, сколько всего мне давали. Это реально топ-топ трейды, которые я вообще видела. Так что голден дракончик очень редкий и крутой питомец. И за него дают даже больше, чем за неон шаду на данный момент. Я не знаю, что будет дальше, как будет обстоять дело, но на данный момент Golden Dragon просто очень крутой. Ребята, если вам понравилось это видео и вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Если будет много лайков на этом видео, то я сделаю топ трейды на грифончика. Ребят, я возьму неонового грифончика и сделаю трейды, и посмотрим, что за него могут дать. Так что, ребята, жду вас на своем канале, жду вашу подписочку, лайк и на колокольчик. А с вами была Женяша, всем пока-пока. Конец. Эту фразу слышат только лучшие люди планеты. Подпишись, поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, кисуля.